Сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Они характеризуются взаимным уважением, интересом друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене и законным санкционным давлением со стороны коллективного Запада.两国的投资规模也在持续的提升，战略性的大项目现在也是在稳步推进，地方和人文交流也一直在升温。международной арене в целом наши страны вместе противостоят 200 тысяч, простите, 200.